Я Мерзликина Жанна Павловна. Проживаю по адресу город Воронеж, улица Обнинская, дом 30. Вместе с мужем. Хочу пожаловаться на бездействие Воронеж-горэлектросети. Это новый микрорайон, в котором мы проживаем, Шилово, частный сектор, вот, в ЖСК Междуречье. С конца октября у нас нет электроэнергии. В день по 3-5 часов, в лучшем случае. Сейчас зима. Систематический вызов аварийной службы не дает только временный результат. Мы мерзнем. Вот. Это происходит каждый день. В субботу мы проводим. Вот свет закончился, световой день, и свет отключили. Вот. Рабочие, которые приезжают с аварийной службы, систематические вызовы, которые регистрируются тоже, вот, я вызываю, они сделают, это хватает на 3-5 часов. Вот. Они говорят, что у вас выгорают фазы. Вот. На линии. Я в этом не разбираюсь, потому это не мои дела. Я хочу, чтобы у меня дома было тепло и свет. Я не хочу мерзнуть. Я хочу, чтобы у меня дома было отопление. У нас, если нет света, у нас нет воды. У нас холодные полы, батареи. И света нет. Неужели так горэлектросеть до такой степени бедная, что она не может обеспечить единичные даже жители своих города Воронежа светом? Мне стыдно за вас, господа. 2020 год на дворе. Завтра прямая линия с президентом. У меня нет выхода. Спасибо за внимание.